преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, губернатор Ямала провел заседание Совета глав. Обращаясь к коллегам, Дмитрий Кобылкин в целом оценил систему местного самоуправления региона как эффективную, но акцентировал внимание на острых вопросах. Цитата. «Пристальное внимание очистке от снега территорий и крыш, недопущению схода наледи, подтопления дворов и общественных зон. Это, помимо традиционных мер защиты населенных пунктов от паводка. Еще одна острая сезонная тема – отлов и содержание бродячих животных. Безопасность жителей и гостей округа – ответственность власти», – подчеркнул глава региона, сообщает пресс-служба губернатора.